Добрый день, уважаемые педагоги, методисты, заучи, родители, в общем, все, кто подключился сегодня к нашему вебинару. И вначале, конечно же, несколько организационных вопросов. Вы видите справа чат, и очень рада, что активно уже включились. Приветствуйте друг друга, обозначаете, из какого региона. Ну, возможно, добавляете еще и ОМК, по которому работаете. Это уже мне для понимания, для статистики. Такая вот обратная связь тоже будет очень полезна. И рядом, видите, с чатом есть отдельно вкладка «Вопрос». И ваши вопросы, которые будут возникать по ходу сегодняшней встречи, пишите, пожалуйста, вот отдельно именно в этой вкладке. Как обычно, в течение вебинара вы сможете скачать презентацию, которую для вас сегодня подготовила, и сертификат, подтверждающий ваше участие в данном вебинаре. Итак, вы видите тему сегодняшней встречи – это достижение планируемых результатов в ГОС начального общего образования средствами учебного предмета для МК школы России. Но, как понимаете, тема очень широкая, и поэтому планируется на самом деле по этой теме серия вебинаров, на которых мы с вами отдельно рассмотрим, каким образом, да, вот систему, организовать систему работы по достижению планируемых результатов и на этом для себя делать акцент при подготовке и уроков, и планировании и текущего в начале года, и при подведении итогов. И отдельно рассмотрим метапредметные результаты, ну вот в частности очень актуальные результаты и умения, связанные с умением работать с информацией, чтение, работы с текстом. То есть это будет посвящено прям даже несколько вебинаров вот этому направлению. А сегодня более подробно на примере ОМК «Школы России» я бы хотела остановиться на предметных результатах и по курсу «Литературное чтение». Вот поэтому, да, еще раз обозначу, сегодня мы с вами говорим о достижении планируемых результатов ГОС начального общего образования средствами учебного предмета ОМК «Школы России». Говорим мы в основном, в большей степени, о предметных результатах. И так как все примеры буду приводить на основе «Школы России», поэтому еще раз, может быть, для кого-то уже известна информация, может быть, кто-то увидит какой-то компонент, о котором не знал раньше, поэтому еще раз обозначу структуру современного ОМК «Школы России». Естественно, что главным и содержательным, и методическим ядром ОМК является учебник. И учебник сегодня представлен в электронной форме, вы это видите на слайде, и в печатной форме. Вот отдельно поговорим об электронной форме, покажу. И к каждому году обучения к учебнику составлены рабочие тетради. Видите снизу, да? Рабочие тетради соответствуют учебнику как тематически, так и методически. То есть задания, размещенные в тетради, позволяют организовать в большей степени самостоятельную работу, работу в паре, и как на уроке, так и при выполнении домашнего задания. Да, то есть дополнительные задания здесь содержатся. И кроме того, к учебнику есть разработано электронное приложение. Если мы говорим о курсе «Литературное чтение», то это аудиофайлы к каждому произведению, которое школьники изучают. Электронное приложение на нашем в начальное отделение, и выбрав нужный год обучения, нужный вам курс, рядом увидите вот такой значок, да, просто.ру, значит, что электронное приложение вы можете скачать на диск. Также для обеспечения контрольно-оценочной деятельности именно к ОМК «Школы России» курсу «Литературное чтение» разработаны вот такие тетради для диагностики и развития оценочной самостоятельности школьников. Это серия тетрадей линейк, которая будет продолжаться в настоящий момент, изданные уже в продаже. Это тетради для первого и для второго класса. Тетрадь учебных достижений. На них мы тоже сегодня остановимся. То есть в дополнение к рабочей тетради, тетрадь учебных достижений именно для диагностики, самодиагностики, умений и знаний. И также для учителя разработаны рабочие программы с авторским тематическим планированием, с прописанными предметными результатами, метапредметными и личностными в целом и по годам обучения распределены. И рабочие программы также у нас находятся в открытом доступе на сайте, то есть вы можете их свободно скачать.
Кроме того, в методическом пособии, помимо также тематического планирования и планируемых результатов, размещены, описаны основные концептуальные подходы к преподаванию. В каждом году обучения прописаны особенности урока, именно литературного чтения, допустим, в первом классе, во втором и так далее. И прописана методика работы с рубриками. То есть вот к этому пособию также можете обращаться. И отдельно еще скажу о поурочных разработках, технологические карты урока. Здесь даются, это пособие разработано с 1 по 4 класс, и здесь предлагается учителю технологическая карта уроков и предметные результаты, обозначенные уже не курсу, не году обучения, а каждому уроку. Кроме того, прописана деятельность учителя, деятельность учеников на уроке. Но вот об этом пособии тоже чуть позже еще поговорим. И сегодня это уже, в общем-то, часть, да, обязательная часть нашей школьной реальности. В соответствии с приказом 576 от 8 июня 2015 года были утверждены изменения в федеральном перечне учебников. И вот согласно этим изменениям, каждое учебное пособие, каждый учебник, да, должен сопровождаться электронной формой учебника. При этом и ОМК «Школы России», и все другие учебники остались в перечне, то есть каждому учебнику была разработана электронная форма. Вот посмотрим возможности, которые предоставляет электронная форма учебника. То есть на сегодняшний день это уже обязательный компонент информационно-образовательной среды. Да? И если вы уже начали работать по электронным учебникам, то наверняка увидели, да, что это не просто еще как бы, да, дублирование печатной формы, но в электронном учебнике всегда еще и дополнительный материал. Вот для чего? Да? Для организации контроля и самоконтроля. Если мы о старшей школе говорим, то и это различные тренажеры, да, для отработки определенной темы. Это и возможность, да, включать в образовательный процесс электронные формы обучения. Это и, да, реализация требований в ГОС по формированию информационно-образовательной среды, но это еще и возможность для учителя более как бы, да, насыщенным даже сделать урок. То есть в какой-то момент, может быть, обратиться к учебнику другого класса, да, или к учебнику по другому предмету, так как все учебники, да, по начальной школе у вас будут в одном приложении. Ну, вот как выглядит, что есть в учебнике, давайте посмотрим. Сейчас мы говорим об учебнике литературного чтения ОМК «Школы России». Учебник постоянно вот, в настоящий момент пополняется. Но вот то, что расширяет обычный печатный учебник, да, это разнообразные мультимедийные ресурсы. Это могут быть изображения, те, которые содержатся в учебнике печатном, но к ним еще и дополнительные, да, материалы, которые могут быть использованы учениками и на уроке, и, может быть, при подготовке сообщения, да, и ссылаться, при подготовке собственной презентации, так как учебник позволяет и свои заметки, и комментарии вносить. И обязательно, конечно же, в учебнике литературного чтения содержатся аудиофайлы, сопровождающие текст художественного произведения. Более подробно узнать об электронном учебнике вы можете на нашем сайте prosv.ru. Слева откроется вкладка, откройте вкладку «Электронный учебник» и увидите, что здесь есть и описание, и технические требования. Во вкладке «Где купить» описаны условия приобретения, а также в этой же вкладке вы найдете демо-версию учебников, то есть можете бесплатно скачать, посмотреть, как работает, что внутри находится, попробовать использовать на уроке. И, кроме того, продолжается проект «Электронный открытый урок с посвящением». Уже не первый год учителя московских школ проводят уроки в формате вебинара. Точно так же можете подключиться и ну, в настоящий момент наблюдать, да, как учитель проводит урок, организует учебное сотрудничество, при этом использует обязательное условие использования электронной формы учебника. Это и по начальной школе, по разным предметам, по старшей, по средней школе. Вот, как можно найти, да, то есть можете посмотреть в анонсе.
написано «Открытый урок с просвещением». Переходите, уже знаете, что будет представлен урок по конкретному, по какому-то предмету, и будут продемонстрированы способы, может быть, да, варианты использования электронного учебника в образовательном процессе. И да, вот еще раз остановлюсь на рабочих тетрадях. По каждому году обучения прослеживается согласованность и на уровне тематическом, да, то есть каждому разделу предлагается дополнительные еще задания, с которыми ученик может поработать самостоятельно. И также традиционная для учебника рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения» повторяется и да, присутствует и в тетрадях. Но, естественно, вопросы, там задания уже будут другие. Итак, вернемся теперь к теме обозначенной, да, достижения результатов именно предметной. Да. Вот здесь напомню, да, или об актуальности скажу, да, то есть эта тема актуальна, эта тема новая, так как ориентация учебного процесса, ориентация учителя на сегодня, да, в первую очередь должна быть на планируемые результаты. Да, то есть и при проектировании урока, и при составлении тематического планирования на год, да, составлении программы ориентиром для нас является результатом. То есть это обязательно составляющая современного образовательного процесса. Ну и, как известно, в составе основных видов учебных действий выделяют 4 блока, да, ну, крупных таких, да, если мы говорим о метапредметных результатах, да, это личностные результаты, ну вот, либо отдельным блоком, да, либо мы их рассматриваем как часть действий и понятий, да, которые ученики осваивают, которые формируются не на одном каком-то предметном материале, да, но и необходимы даже не только для обучения, изучения какого-то курса, но и, в принципе, да, необходимы для решения жизненных задач. И личностные результаты включают в себя такие компоненты, как самоопределение. Если мы говорим о ступени первой, да, о начальной школе, то это, конечно же, в первую очередь понимание, да, осознание роли ученика, да, то есть определение, самоопределение себя как учащегося, да, соответственно, и освоение видов учебной деятельности, да, непосредственно между собой связаны, то есть не может быть отдельным осознание роли ученика и способов деятельности, еще, которые, ну, таких, которые еще относятся к дошкольному периоду. Это и смысл образования, то есть те смыслы, которые составляют мотивационную сферу ученика, да, связанную с обучением. Это, конечно же, моральные нормы и знание моральных норм, и понимание необходимости их, им следовать, да, в различных жизненных ситуациях, в школе, либо за пределами уже школы. Да. Следующий блок, который выделяется в метапредметных результатах, это регулятивные и здесь составляющие – это целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, оценка, да, коррекция при необходимости и саморегуляция как свойство, да, как умение, которое связано в целом с осуществлением учебной деятельности. И следующий блок – это познавательная деятельность или познавательный блок, который включает в себя умение работать с информацией, определенным образом преобразовывать ее, да, находить, преобразовывать, выбирать разные способы решения поставленных задач, моделировать, проектировать, решать разные виды задач. И коммуникативный блок, да, связан с осуществлением сотрудничества как с взрослым, так и с ровесниками, да, умение, знание, да, способов разрешения конфликтов, умение это делать на практике, а также владение монологической и диалогической формой речи, формами речи в соответствии с учебной либо жизненной задачей, да, применять. Ну вот, обозначила, да, еще раз. Напомнила, да, вам те результаты, на которые необходимо ориентироваться, в том числе, да, и при обучении
литературному чтению. При этом достижения, да, почему это важно? Потому что достижение и предметных, и метапредметных, и личностных результатов создает основу для умения самостоятельно дальше уже обучаться, да, умения самостоятельно определять учебные задачи, находить способы их решения, да, и затем уже соотносить полученный результат с поставленными задачами. Да. Но да, вот эти умения учебные, они связаны с достижением каждой группы результата. Поэтому и результаты в том числе являются и необходимым инструментом, обязательным инструментом реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Да? То есть без ориентации на планируемые результаты мы не можем говорить о качестве образования и о соответствии образовательной ситуации требованиям ГОС, да, стандартов. Вот в чем проявляется достижение планируемых результатов, да, в первую очередь во владении, в способности к решению различных классов учебно-познавательных и учебно-практических задач. Да, но еще раз, да, то есть решение этих задач возможно только при достижении и личностных, и метапредметных, и предметных результатов. То есть, иными словами, да, сама система планируемых результатов дает представление учителю и самим ученикам о том, какими именно действиями, да, предметными, познавательными или личностными, регулятивными и так далее, да, необходимо овладеть в ходе образовательной деятельности. Соответственно, сегодня мы также с вами будем говорить о способах, понятиях, которыми ученики должны обязательно овладеть, да, для обучения на следующей ступени. И перед каждой ступенью образования стоит определенная задача, да, но вот такая задача, основная, скажем так, да, одна из основных задач в начальной школе, это, конечно же, развитие, формирование умения учиться. Да, то есть ученик должен научиться организовывать собственный учебный процесс, да, от постановки задачи до умения вступать в взаимодействие для решения тех или иных задач, да, и диагностировать свои знания, да, оценив их, ставить следующую учебную задачу. Да. И требования к результатам – это требования к освоению программ по всем учебным предметам, то есть к предметным результатам, а также требования к освоению междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий, также раздел чтения работ с текстом, формирование КТ-компетенций обучающихся. Да. То есть вот метапредметные результаты в той или иной степени достигаются в том числе средствами учебного предмета, да, определенного курса. И вот для того, чтобы перейти дальше уже к предметным результатам, необходимо, конечно же, остановиться на таких основных, да, моментах образовательного процесса, которые характеризуют как раз современный учебный процесс. Да, и обязательно включаются и в каждый урок, и в образовательный процесс в целом, да. Ну, во-первых, это необходимые условия для развития учебной самостоятельности, учебной деятельности. Да? Почему это важно? Вот еще раз, да, задача начальной школы – это развитие умения учиться, учебная самостоятельность. Да? И здесь мы понимаем его как виды деятельности, который приходит на смену игровой деятельности, да, как ведущему виду деятельности. Но это точно так же способы, это определенные знания и понятия, которыми ученикам необходимо овладеть. Да? И поэтому направленность всего учебного материала, разнообразных, разных ситуаций, возникающих на уроке, да, должны быть направлены как раз на освоение, на включение обучающихся в учебную деятельность. Да? Да вот, в том числе, да, через включение в процесс целеполагания, планирования и осуществления контроля. То есть важным обязательно является включение в учебную деятельность, да, через постановку задач учебной деятельности, через выработку плана поиска способов достижения той или иной цели и через развитие оценочной самостоятельности. Да? И вот
процессе осуществления деятельности, да, ученики обязательно вступают в учебное взаимодействие. И опять же, да, это следующий момент. Учебное взаимодействие отличается от доучебной, да, от других форм, так как в первую очередь, да, преследует решение учебной задачи. Это тоже способы, которыми ученикам необходимо овладеть, да, то есть то, чему они обучаются, и на что в том числе должны быть направлены усилия педагога. Итак, значит, еще раз, да, вот эти моменты, к которым так или иначе мы будем обращаться, да, это включение в учебную деятельность, освоение разных способов, учениками разных способов решения учебных и учебных задач и включение в учебное взаимодействие, в учебное сотрудничество. Вот каким образом достижение этих результатов может осуществляться в том числе и материалами учебника. Да? Вот еще раз этот слайд ввожу. Я также его использовала. Да? То есть это основная, это структура традиционная для учебников литературного чтения ОМК «Школы России». В первом, втором, третьем классе вы найдете, увидите эту структуру. Да? И в саму структуру уже заложены инструменты, помогающие включить учеников и в самостоятельную оценочную, и в самостоятельную учебную деятельность. Да? Вот, каждый раздел начинается с титульного листа или шмот титула, на котором обозначены цели и задачи изучения именно этого раздела. Затем дается вступительное слово авторов учебника, и чаще всего оно носит проблемный характер, то есть содержатся какие-то вопросы, отвечая на которые, да, ученики, или зафиксировав, да, которые ученики обозначают задачи, в том числе изучение раздела. Также в разделе присутствуют традиционные рубрики. Рубрика «Твоя библиотека» в первом классе, «Как хорошо уметь читать» в первом-третьем классах, «Из старинных книг» в первом классе, «Разноцветные страницы» в первом-третьем и традиционная рубрика, которая позволяет организовать контрольно-оценочную деятельность по разделу, это «Проверим себя и оценим свои достижения». Для организации целеполагания на каждую титульную страницу после названия раздела выносятся задачи, цели изучения материала, который далее будет в разделе. Но вот, рекомендуется обязательно на этой странице останавливаться на первом уроке, да, знакомство с разделами, и обсуждать с учениками те цели, которые обозначены. Вот в первом-втором классе обозначенные цели читаются вслух учителем, либо учениками, каким-то учеником. Затем можно попросить учеников пролистать раздел, посмотреть соответствующий раздел в рабочей тетради и найти названные произведения, да, либо авторов, которые обозначены на титульной странице, просмотреть задания, выполняя которые они смогут достичь поставленных целей. Вот поиск таких примеров мотивирует обучающихся к деятельности и способствует развитию регулятивных умений. То есть на первом этапе, да, принимать учебную задачу, понимать ее, да, а дальше уже в средней, старшей школе самостоятельно ставить задачи изучения того или иного раздела, либо того или иного материала. Ну, вот видим, в четвертом классе, да, во второй части предлагаются следующие задачи вынесены, да, составлять план, подробно пересказывать произведение с использованием авторских слов и выражений. Здесь, опять же, да, здесь не можно побеседовать. Ребята, вы же умеете уже составлять план. Мы с вами и в первом, и во втором, и в третьем классе уже составляли планы разные, да, и с опоры на ключевые слова, и вопросный план, да, и учили сами вопросы, текст задавать. А что же тогда здесь новое, да? Ребята посмотрят, увидят, да, а вот новое здесь может быть, мы не просто план составляем, да, используем при этом цитаты, да, то есть авторские слова и авторские выражения из самого текста. Далее рассмотрите раздел, посмотрите внимательно задание, а читая какой текст мы будем такие задания выполнять, да, вот авторы учебника нам предлагают эти задания выполнить. Потом, ориентируясь на эти результаты, точно так же дополнительно еще какие-то задания можно подбирать, да, и спрашивать учеников, а чему мы научимся, да, выполняя это задание. И вот
формулировка предлагается ученикам, да, то есть им не нужно будет, что да, в начальной школе для учеников бывает еще сложно, да, формулировать, находить, подбирать нужные слова, да, которые точно обозначают вот тот результат, к которому ученики должны прийти. Здесь предлагают уже образец, предлагают уже формулировку, к которой ученики могут обращаться, да, то есть таким образом осваивается еще и научный стиль языка, да, то есть умение вести научный разговор, учебный диалог, вступать в учебный диалог. Либо можно рассмотреть, обратиться к рабочей тетради, да, на этом этапе. Рассмотрите выставку книг, отметь произведения, которые ты уже прочитал. Дальше обсуди с другом, какие произведения можно было бы поместить на выставку «Страна детства», запиши их. Да. К первому, да, заданию мы познакомимся с произведениями. Да. Низовченко, Паустовского, Житкова, да, какие обсудим, какие из них можно отнести к рассказам, какие можно отнести к сказкам. Да? Вот можно этим вопросом дополнить это задание. Да? То есть, либо в целом, да, на развитие умения отбирать книги в зависимости от тематики, да, обозначенной. То есть, вот, какие из этих книг можно было бы включить в этот раздел, да? Какие бы нельзя было и почему. Да? То есть, понимание название самого названия раздела «Страна детства», да, то есть это определенное чтение определенных произведений будет, да? То есть, опять же, понимание задач, с какими произведениями мы познакомимся. Кроме умения определять цели изучения раздела, да, и определять результаты, к которым мы придем, важно также, чтобы ученики пробовали формулировать задачи уже к каждому уроку. Ну, естественно, сначала с поддержкой учителя. Ну, посмотрим, это учебник второго класса. На титульной странице обозначены задачи, да, произведения, жанры, с которыми будем знакомиться в этом разделе. Да. Затем первая тема – это русские народные песни, с которыми ученики знакомятся в этом разделе. Предложите прочитать эту тему. Да? Обсудите, что уже знают по теме, например, из этого сочетания заголовка знаком, да, песни точно уже знаем, да, отдельно русский, отдельно народный, о чем говорят то, что это песни народные, то есть вот можно обсудить заголовок, затем, может быть, обсудить, чем песни отличаются от стихотворений, да, затем предложите рассмотреть материалы урока, текст, иллюстрации, да, которые присутствуют на страницах раздела, подумайте, да, что будет результатом изучения тем, да, и на доске при этом, да, то есть это, ребята могут обсудить в группе, либо это будет фронтальная работа еще во втором классе, но на доске можно написать, допустим, два вопроса. Что мы узнаем на этом уроке и чему научимся. И можно напомнить, да, что результаты изучения всего раздела обозначены на титульной странице. Ну, возможно, что ученики предложат такие, да, задачи урока. Мы узнаем, что такое русская народная песня. Да? Мы узнаем, чем, например, русская народная песня отличается от популярных песен, да, тех, которые мы сегодня слышим. Мы узнаем, какие бывают народные песни, как они исполняются. Да? Может быть, научимся отличать русскую народную песню от других народных жанров, да, не просто от песен. Научимся сами сочинять народные песни. Да? Ну, вот, и ряд еще других задач может быть сформулированы учениками. Но вот из предложенных задач нужно выбрать уже актуальные именно для данного урока. Да? То есть в том числе еще и учить младшеклассников выбирать, да, из возможного круга задач, связанных с этой темой, актуальные, необходимые, и те, которые могут быть решены вот, в конкретном классе, да, на конкретном уроке. А после этого уже, да, обсудить, каким образом мы поймем, что поставленные задачи были решены в конце урока. Да? То есть как мы определим, например, что мы научились сочинять народные песни. Да? Как мы определим, что мы умеем, что, да, ученики, как они сами определяют, что они умеют различать народные песни и другие жанры фольклора. Вот здесь, опять же, учитель может предложить свои критерии, да, либо ученики уже знают, да, что проверить свои умения они могут и выполняя
задания в учебнике и обратившись к рабочей тетради, да, к дополнительным пособиям, да, может быть, они скажут, да, что вы, возможно, вы нам предложите какую-то форму, да, либо мы попробуем сочинить, прочитаем, выберем лучшие песни, сравним еще раз, да, с прочитанными песнями, определим, получилась ли у нас песня, да, похожая на русскую народную песню. И вот на этом этапе целеполагания, да, и после изучения уже раздела, когда действительно будете сверять, определять достижения, да, ученики будут определять, очень важно, чтобы каждый ученик в этот процесс включался, да, иначе, да, при развитии определенного способа деятельности может западать, да, где-то не развиваться. То есть ученик может не включаться эмоционально, не развиваться мотивация, да, то есть для того, чтобы каждый ученик освоил способы учебной деятельности, естественно, каждый должен включаться в учебный процесс, целеполагание и диагностики. Ну вот, например, можно предложить такую форму диагностики в рабочей тетради. Да, здесь предлагаются задания. В конце урока уже вернуться к поставленным задачам. Да, одна из задач была научиться самим сочинять народные песни. Да, и мы узнали, что народные песни могут быть еще и колыбельные. Да, вот такой отдельно выделяется народная песня, колыбельная песенка. И теперь попробуйте сами сочинить. Да, и здесь также важно определить, ну, возможно, критерии, да. А критерии эти еще определяются в процессе знакомства с материалом урока, да. То есть, когда ученики читают русские народные песни, выделяют определенные признаки этого жанра, да, то есть какие русские народные песни, они народные, там может быть обращение, да, к разным силам природы. То есть, когда в конце урока подходим уже к самостоятельному сочинению колыбельной песенки, да, ученикам необходимо владеть критериями, по которым они определят, что это действительно песня колыбельная. Да? То есть в этой песне должны быть такие-то, может быть, составляющие. Да? Это либо в качестве могут быть какого-то кластера, да, который вывешивается на доску, постепенно складывается, да, либо ученики сами записывают, да, то есть каким-то образом обозначаем, так как мы знакомимся, даже знакомимся в начальной школе с определенными жанрами, да, необходимо стремиться к тому, чтобы понятия, которые формируются у учеников, были научными, да, то есть базу имели научную. Поэтому, когда мы знакомимся с каким-то жанром, то, естественно, обязательно определяем признаки этого жанра, да, то есть и уметь отличать песню или потешку, да, ученики должны на основе жанровых характеристик, да, и точно так же работаем. Сказка народная, авторская сказка, то есть каждый раз мы обращаемся к жанровым особенностям, да, и поэтому, естественно, какие-то термины ученикам не нужны в начальной школе, но в основе представлений о литературе, да, художественном произведении, конечно же, должны лежать научные знания. И поэтому критериями также будут выступать жанровые особенности, да, критериями оценки собственного текста, который получился. И кроме того, развитию регулятивных умений способствует система навигации. Ученики, да, просматривая какой-то раздел на этапе знакомства с ним, уже видят, да, то есть какую-то работу, какое-то задание им предлагается выполнить в рабочей тетради, в паре, в группе. Это помогает планировать не только собственную деятельность, но и планировать учебное взаимодействие, в которое ученики будут вступать в процессе выполнения того или иного задания. Да, то есть вот это задание я сам не смогу сделать. Для того, чтобы его выполнить, нам нужно будет объединиться по группам, да, и так далее. То есть это включает в том числе, то есть на эти условные обозначения тоже обязательно нужно обращать внимание. Ну и кроме того, вот в учебнике третьего класса мы видим, вот здесь этот пример привожу, но посмотрите учебник, еще найдете задания, которые дают возможность ученикам, да, еще и познакомиться, то есть в самом учебнике познакомиться со структурой учебника, с содержанием, да, именно
этого года обучения. Вот первое задание. Вот то, что касается основных моментов, да, то есть сама структура учебника и материал, который в нем содержится, система заданий, система навигации способствует включению в учебную деятельность. Ну, и теперь перейдем к планируемым результатам. Сегодня в рамках вебинара поговорим о планируемых предметных результатах на примере второго класса изучения курса «Литературное чтение». Но сначала предметные результаты, еще раз просто напомню, обозначу. Да, это способность к решению учебно-познавательных, учебно-практических задач на основании опыта специфического для данного предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, да, а также вторая составляющая – это система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной картины мира. Да. То есть предметные результаты проявляются через способность решать учебные задачи, да, либо дальше мы выйдем уже конкретные жизненные задачи, но на основе обязательно овладения способами действия и понятий, да, причем в основе этих понятий лежит научная современная картина мира. И когда мы говорим о предметных результатах по курсу «Литературное чтение», то, естественно, да, обязательно имеем в виду, что курсу «Литературное чтение» отводится особая такая роль, да, и эта роль связана, ну, заключается, да, в первую очередь в том, что средствами данного курса формируется общий учебный навык, это чтение, да, и предметные, и в то же время это метапредметные. Но, во-вторых, литература – это искусство, да, и как любое искусство отражает действительность определенным образом, да, если это литературная литература, то преобразует действительность и отражает ее, да, с помощью слова, слова, образа. Поэтому и изучение литературы, да, связано в первую очередь с развитием эмоциональной сферы обучающихся и с развитием умения понимать слово как раз не только как средства передачи информации, да, но и как инструмент, как способ создания определенного художественного образа. Да. И чтение художественного произведения, естественно, невозможно без эмоционального реагирования, потому что любое художественное произведение в основе оно диалогическое. Да. Есть автор, написавший то или иное произведение, но для того, чтобы оно оживало, его необходимо не только не просто просмотреть и найти там какую-то информацию, его необходимо прочувствовать, увидеть образы. Да? То есть с помощью слова можно и рисовать, и создавать звуки, и даже при чтении ощущать какие-то тактильные, какие-то опыт тактильных ощущений получать, вкусовые разные. Да? И когда ученик начинает только знакомиться с художественными произведениями, да, он все воспринимает для него еще слово живое, да, и непосредственно связано с тем, что оно обозначает, да. Ну вот, например, когда ученик научился писать слово «мама», да, для него это не просто слово «мама», а для него это конкретный образ. И точно так же при чтении художественных произведений, да, воспринимается все очень живо, и поэтому часто в младшей школьнике, да, остро реагируют, категоричные оценки дают поступкам героев. Поэтому и знакомство с художественными произведениями в том числе связано с развитием эмоциональной сферы, с развитием умения создавать в своем воображении образ, да, представлять его, рисовать с помощью слов собственные образы, да, отражать действительность. И естественно, что это результаты обучения, да, по курсу «Литературное чтение» связаны во многом и с мотивационной сферой, и с эмоциональной, да, то есть с личностной сферой. А личностные результаты очень сложно отследить по какой-то конкретной шкале, да, предъявить их, обозначить. Поэтому и возможно, да, их диагностика или наблюдение, их только, да, вот, как раз через наблюдение, да, через различные ситуации, через суждения, через устные ответы. Да? Вот в этом заключается особенность литературного чтения, и часто
с этим связана сложность проведения диагностики и отслеживания результата, да? Но это вот вторая составляющая художественного курса, да? Но кроме этого здесь ведь присутствует еще и чтение, да, вторая составляющая, то есть развитие общеучебного навыка чтения. Поэтому и оценивание в первую очередь будет связано с планируемые результаты, да, в первую очередь прописываются, связанные с умением, формирующие читательскую компетентность. Да? И вот как раз на эти планируемые результаты предметные в первую очередь сегодня и будем ориентироваться, то есть об этих результатах поговорим. И система планируемых результатов выделяется особо учебный материал, который служит основой, опорный такой, носит опорный характер и служит основой для последующего обучения. И относится он к блоку «Выпускник научится». Вот критериями отбора этих результатов служит, с одной стороны, их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, то есть необходимость для последующего обучения. А во-вторых, это, да, второе качество этих знаний – это потенциальная возможность для их достижения большинством обучающихся, как минимум, изучающим исполнительскую компетентность обучающихся. Да? То есть в планируемых результатах и предметных, и метапредметных выделяется, да, блок «Выпускник научится». То есть это, другими словами, те знания, которые, те результаты, которыми должны овладеть все ученики, ну или хотя бы на уровне исполнительском, ну, все ученики в классе. Что характеризует, да, то, что содержит, обладает характером, да, носит, эти знания носят опорный характер, результаты из этого блока выносятся на итоговую оценку и включают базовый и повышенный уровень знаний. Да. И вот в примерной образовательной программе описывается, да, оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, да, то есть воспроизведение и репродуктивный характер, то есть знания носят задания, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий повышенного уже уровня. И второй блок, который выделяется в планируемых результатах, это блок «Выпускник получит возможность научиться». Цели, характеризующие систему учебных знаний в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Вот эти знания или эти результаты относятся к блоку «Выпускник получит возможность научиться». То есть в учебных пособиях также может содержаться материал, соответствующий блоку «Обучающийся получит возможность научиться». И этот материал или эти задания учитель может использовать при работе с учениками, мотивированными, способными к конкретной области, да, определенные, ну, в данном случае литературной области, творческой, связанной с литературным творчеством. Но и с другой стороны, да, ученик, который оценивает свои результаты и видит, да, что вот необходимыми умениями он овладел, составлять план, допустим, да, он к тексту, он научился, да, но в то же время, если в учебнике содержится дополнительное задание, да, из блока «Выпускник получит возможность научиться», то для ученика это всегда определенная какая-то перспектива, да, которую он может достичь, которая в том числе будет мотивировать на более глубокое изучение. Вот каким образом выстраивать работу по проектированию достижения планируемых результатов? Обращаемся к примерной образовательной программе и видим, что здесь содержится следующая рекомендация. Да, то есть учителю необходимо определить системы знаний и учебных действий, которые необходимы для обучение в начальной школе, то есть систему опорных знаний, блок «Выпускник научится», также определить возможность овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, а также определить знания, расширяющие, углубляющие систему опорных знаний, да? И те знания, которые носят подготовительный характер. То есть при проектировании курса определенного, да, на определенном году обучения, учитель определяет заранее предметные результаты, да, и те знания или те результаты, которых должны достичь все ученики, да, и
при определенной работе они могут это сделать, да, определить те знания, которые уже выходят в зону ближайшего развития, диагностируются с помощью заданий повышенного уровня, а также обозначить дополнительный материал, да, который будет расширять необходимые представления. Да. И следующий шаг еще необходимо, конечно же, выделить основные направления оценочной деятельности. Но вот каким образом, да? На что можно здесь опираться? Конечно же, в первую очередь, например, на основную образовательную программу начального общего образования. Находится она в открытом доступе в интернете, на официальных сайтах можно скачать. И кроме того, и здесь содержатся планируемые результаты на конец обучения в 4 классе, да, уже окончание начальной школы. В примерной рабочей программе авторской, да, содержится деление в соответствии с материалом учебника и других учебных пособий по годам обучения. То есть при составлении планируемых результатов, да, по курсу литературное чтение можно опираться, например, на образовательную программу, на учебник, естественно, на учебные пособия, с которыми обучающиеся в течение года будут работать, а также на примерную образовательную программу. Кроме того, вот еще одно пособие есть, о нем говорила, это по урочной разработке технологических карт уроков. Здесь можно увидеть планирование в системе, да, каким образом последовательно формируются предметные, метапредметные, ну вот, и да, создаются условия для формирования личностных, достижения личностных результатов каждому уроку. То есть можно опираться на это пособие, да, и здесь посмотреть вот, конкретно в каждом уроке, какие результаты вынесены, да, и проследить динамику, да, вот, эти результаты от первого к урока к концу года, как развиваются, да, и дальше посмотреть, через какую деятельность учеников, через какую деятельность учителей, да, делается акцент и ориентировка, да, и деятельность эта ориентируется на достижение планируемых результатов. И кроме того, еще в каждом уроке, ну вот чуть ниже, дается графа диагностика достижения планируемых результатов. То есть предлагается материал, либо это ссылка на какой-то учебное пособие, на раздел учебника, на конкретные упражнения, с помощью которых можно провести диагностику достижения, ну, вот, заявленных результатов в том или ином уроке. И вот сейчас уже обратимся к конкретным предметным результатам. Выбрала основные предметные результаты в соответствии с, из рабочей программы к ОМК «Школы России», авторской рабочей программы, которую я вам продемонстрировала, которая находится в открытом доступе на сайте. Итак, первый результат. Сейчас давайте попробуем посмотреть, как в течение года можно как раз ориентировать материал учебника, и как он ориентирован, да, на достижение конкретного результата. Понимая, да, что это одна составляющая только курса чтения, да, развития читательской компетентности. Вот достижение того или иного результата, естественно, на работу, да, на достижение того или иного результата организуется в течение года. Да, и начиная с формирования каких-то способов, да, освоения элементного, да, какого-то умения, к самостоятельному использованию этого способа в своей деятельности учебной. Но когда мы, да, вот, обозначили планируемый результат, и следующий шаг, когда мы проектируем систему диагностики, то точно так же это можно сделать в начале уже года, да, и заранее, ну, примерно, естественно, все это корректируется в течение года, запланировать вот этот результат примерно, да, каким образом я в конце года, как учитель, да, смогу понять, что большинством учеников в классе этот результат освоен, да, а через какой материал в течение года этот результат, это умение или это представление будет формироваться, осваиваться, да, в какой момент на усложнение можно будет пойти, да, когда это может быть в середине года, на каком-то этапе, да, будет понятно, что этот результат освоен, это ученики очень хорошо умеют делать, и можно дальше заглянуть уже в повышенный уровень, либо в блок «Ученик получит возможность научиться», да, и
познакомить учеников, да, расширить уже возможности, расширить способы деятельности учеников. Поэтому в начале года можно просмотреть учебник, да, и вот здесь помощником опять же будет выступать шмуц-титул, на котором обозначены конкретные цели, которые, на достижение которых, да, вот этих результатов, нацелено содержание того или иного раздела. Вот, и где-то мы увидим, что этот результат полностью реализуется в этом разделе. Да, и тогда вот эту контрольную какую-то точку или контрольную работу, в которой диагностируем, да, это умение учеников, насколько она сформирована, можно запланировать при изучении именно этого раздела. Ну, вот, например, первый раздел «Самое великое чудо на свете» обозначен следующий результат. Мы научимся ориентироваться в библиотеке, находить нужную и интересную нам книгу в школьной и домашней библиотеке. Результат. Просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения, поиска нужной информации, справочной литературы по совету взрослых. Да? То есть в этом разделе непосредственно материал направлен на формирование данного результата. Да? И дальше рассматриваем сам раздел, смотрим, да, какие задания здесь есть. Расскажи о своей домашней библиотеке. Из книг, да, то есть дальше я привожу уже из этого раздела задания. Смотрим, что в системе предложены задания, выполняя которые ученик осваивает это как раз умение, приходит к запланированному результату. Следующее, допустим, задание. Рассмотрите с другом рисунки, как выглядят современные и старинные книги, что в них общего, чем они различаются, сравните. И дальше подумайте, где можно найти дополнительную информацию по данной теме. Да? То есть это обсуждение в паре сначала, да? Затем это может быть обсуждение в классе, каким источником можно обратиться. Да? Ну, непосредственно, да, первый ответ здесь, дополнительную информацию можно найти в библиотеке. Да? И опять же на умение... Возвращаемся к умению ориентироваться в библиотеке. Либо задание в рабочей тетради. Здесь предлагается определенный образец, да, для составления рассказа о книге, либо о книге, да, которая понравилась. Это уже в рабочей тетради. Это высказывание может быть письменным, да, и тогда выполняется работа в тетради, в рабочей тетради, либо это же задание выполняется устно на уроке, да, но мы можем ориентироваться вот на предложенную схему, допустим, да, вот так рассказать о той или иной книге. Учитель как здесь фиксирует, да, может зафиксировать результаты, представленные в устной форме, да, то есть при выполнении вот такого задания. Дальше задание, которое предлагается ученикам, вот закрепить это умение, предлагается в виде проектов. В учебнике проект и в рабочей тетради. И предлагается тема проектов, выполняя которые в группе ученики, ну, им необходимо будет применить умение как раз ориентироваться в библиотеке и умение находить нужную информацию, да, в зависимости от поставленной задачи. Выбирать книгу по, может быть, определенной тематике, да, это художественная, может быть, книга, энциклопедическая книга. И предлагал алгоритм действия. То есть в том случае, если не все в классе, да, усвоили, допустим, да, какие книги могут содержаться в библиотеке, не все еще научились ориентироваться, да, в библиотечном пространстве, либо в пространстве домашней библиотеки, либо в классе у вас есть какая-то библиотечка небольшая, да, то здесь предлагается как раз... поэтапно, последовательно, да, научиться как раз ориентироваться в библиотеке. Допустим, выясни, как расположены книги, где, как можно найти нужную книгу, где можно получить информацию, что есть, может быть, результатом этой работы. Да, какой совет, да, совет младшему школьнику по работе в библиотеке. Да, или если ты идешь в библиотеку, что нужно учитывать, да, что нужно знать. Либо вот такой проект в рабочей тетради. Здесь предлагается провести опрос среди друзей, родителей, знакомых, да, и выяснить, как часто они посещают библиотеку и, да, в каком количестве, какое количество знакомых посещает библиотеку, какое количество не посещает. Вот опять же, для решения этой задачи необходимо вступать в учебное взаимодействие
необходимо ставить четко учебную задачу, да, то есть для чего мы будем опрашивать, что нам даст этот результат, или наоборот вопрос, да, стоит, да, учебная задача. Расскажи, заставь план рассказа о книгах, которые были в древности, воспользоваться материалом, дальше задай вопрос родителям, и вот эти все действия, да, в итоге помогут ответить на вопрос, да, почему интересно ходить в библиотеку, и, может быть, это будет плакат, где будут приведены и итоги опроса, да, и рассказы, может быть, напечатанный какой-то текст будет. И дальше уже, конечно же, да, необходимо определить учителю, получить обратную связь, насколько ученики овладели этим способом, определенными понятиями работы с модулями учебника работы. Самим ученикам, да, необходимо понимать, вот этому я научился в начале урока или в начале изучения раздела. Мы говорили о том, что изучая этот раздел, я научусь ориентироваться в библиотеке. Да? Научился или нет? Как можно? Да, можно пойти в библиотеку, найти какую-то книгу. Да? И вот поэтому предлагается проект, чтобы проверить, научился ли я это делать. Либо для развития оценочной самостоятельности, умения учениками самостоятельно свои достижения фиксировать, диагностировать, предлагается вот такое еще пособие «Тетрадь учебных достижений». То есть цель – это диагностика достижения планируемых результатов по литературному чтению. Но не только для учителя, но и для самого ученика. Возможности для этого создает сама структура и расположение материалов. В начале каждой диагностической работы вынесен результат, да, которым овладение которым ученику предлагается как раз проверить. Ну, например, я хорошо умею читать. И ученик оценивает это умение, да, отлично, средне, да, плохо владеющий. Да. Затем предлагается выполнить задание, да, уже сравнив с ответами, с ключами, с образцом выполнения этого задания, вновь оценить свою работу, оценить свое умение. Да. То есть действительно ли я оценил, что я совсем не умею читать, чем плохо у меня это получается, да? Вот посмотрела, оказывается, нет, оказывается, лучше, да? Либо, например, я умею соотносить предложение и его схему, да, выполнить, опять же, оценить, выполнить задание, сверить с ответом, вновь оценить. И в конце работы диагностической предлагается заполнить вот такую таблицу, подвожу итоги, где нужно будет соотнести предварительную оценку с оценкой для задание. Но вот во втором классе предлагается еще вот такая система безотметочная, с помощью которой ученик, ну, в том числе и эмоционально оценивает свою работу. Да? Смайлик, обозначает смайлик, закрашивает, радуется, да, обозначает веселый смайлик. И вот к данной теме для диагностики умения ориентироваться в библиотеке, находить нужную информацию в зависимости от поставленной учебной цели, как раз предлагается к первому разделу проверочная работа, да, и в этой работе содержится вопрос. Отметь, в каком разделе ты будешь читать сказку «Рыбаки и рыбки». То есть, смотрите, ориентируясь в библиотеке, алфавитном каталоге, да, ориентируясь в домашней библиотеке, по какому-то принципу не расположено. Да, то есть здесь ученик понимает, осваивает, что везде существует какая-то классификация, какой-то принцип, по которому располагаются книги, или, да, располагается ли содержание в разделе, либо в учебнике, да. И это задание проверяет, да, могу ли я найти нужную информацию, то есть усвоил ли ученик, что ориентироваться, есть всегда какой-то критерий, на который можно ориентироваться. Да. В данном случае, да, название раздела всегда отражает тематику, да, тех произведений, которые содержатся в том или ином разделе. И точно так же выносится в выполнение задания в итоговую таблицу. Но кроме того, что этот результат отдельно отрабатывается в конкретном разделе, естественно, что на достижение этого результата направлена работа в течение всего года. Поэтому в разных разделах, например, раздел «Русское народное творчество», мы найдем задания, которые мотивируют учеников на выбор дополнительных книг еще на чтение художественных произведений,
и помогает ориентироваться в разных каталогах, да? То есть еще раз дает вот такие ключи, либо какие-то опознавательные признаки, да, по которым можно находить ту или иную книгу. Ну, например, найди в библиотеку книгу «Пословица русского народа». Да, то есть вот, по заглавию можно искать, да, то есть по алфавитному каталогу. Найди, опять же, да, загадки, поработай с этой книгой. Дальше. Любишь ли ты сказки? Какая из прочитанных сказок тебе больше всего понравилась и почему? Прочитай названия русских народных сказок, какие из них тебе были знакомы до школы. И затем уже, да, ты, наверное, знаешь много сказок. Узнай у друга, какая сказка. Ну, опять же, умение запрашивать информацию, да, в соответствии с поставленной задачей. Либо задания, в которых содержится, да, выполнение которых, которые ученики обращаются к дополнительным источникам информации. Например, изделия каких народных промыслов представлены в разделе «Устное народное творчество». Помним иллюстрации, да? Предлагают составить рассказ о дымковской игрушке, либо о другом, да, виде народного творчества. И дополнительную информацию найти уже в энциклопедии, либо в интернете. Да? Опять же, вот здесь ученик умеет ориентироваться в библиотеке. Что он делает? Нужно найти энциклопедию. Для этого, да, я могу обратиться в библиотеку, да, к библиотекарю, либо могу сам посмотреть, да, вот на отдельной полочке, где находится как раз энциклопедия. Либо в разделе «Русские писатели» к творчеству каждого писателя предлагается вот такое задание, ну, либо подобное. Да. Найди в библиотеке книги Александра Сергеевича Пушкина, запиши название любимой сказки в рабочую тетрадь. Найди басни Ивана Андреевича Крылова в библиотеке, прочитай понравившиеся тебе басни. То есть, опять же, в такой ненавязчивой форме, да, но постоянно задание расширяющее, да, учеников, представление учеников о том или ином писателе, о произведениях прочитанных. То есть есть еще и другие сказки, да, какие ты уже читал Пушкина. Есть еще и другие произведения. Выбери, посмотри, попробуй сам прочитай. Да, то есть инициируй самостоятельное чтение учеников и развивает умение выбирать нужную книгу по совету взрослых. Да? Либо в разделе «Писатели и дети». Да? Если ты хочешь узнать, как Вовка выручил бабушек и как стал старшим братом, и познакомиться с этим хорошим и надежным пареньком, то прочитай книгу Агнии Бартов «Вовка. Добрая душа». Да? То есть постоянно мы точно так же в разных годах обучения находим задания, в которых как раз описывается, что вот предложенный текст — это всего лишь один рассказ из серии, да, а есть целая книга, с которой точно так же можно знакомиться. И в разделе из детских журналов предлагается также выполнить проект, но для того, чтобы его выполнить, вновь нужно обратиться к разным источникам информации и внимательно рассмотреть, ну, вот в данном случае журналы, рассмотреть обложку и постараться определить, какую информацию они содержат, о чем могут быть эти журналы, какая информация в этих журналах может содержаться только по обложке, только по заглавию. То есть, опять же, развить умение ориентироваться в книге, определять, да, в том числе и по обложке, нужную книгу, интересную для себя. Следующий планируемый результат – различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа. Естественно, что на достижение этого результата направлено содержание раздела «Устное народное творчество». Да? И здесь прописано в результатах. Мы научимся различать виды устного народного творчества. Да, поэтому и задания, да, в разном, опять же, в разной формулировке, но, да, вот, внимательно вчитавшие задания, ученики уже начинают потом видеть, да, вот этот результат или это умение, которым нужно овладеть. Какое произведение небылица, а какое считалка. Как надо читать считалку. Да? То есть, опять же, как нам отличить два этих жанра? Да? Нужно понимать жанровые особенности. Да? Ну, вот какие-то ключевые, это может быть две особенности, или там, одна, или три особенности. Да? То есть, но такие, которые позволяют ученикам определить, что считалка, а что небылица. Либо следующее, что общего между считалкой и небылицей, что роднит небылицу со сказкой. То есть, опять же, определение критериев, по которым потом будем оценивать успешность овладения тем или иным результатом, да, или достижение тех или иных результатов. Вот эти критерии определяются в процессе работы с разделом. Да. Опять же, как это можно построить? Можно выносить эти отдельные критерии, да,
как будем оценивать, достигли ли мы этого, научились ли мы различать виды устного народного творчества, отдельно находить попешку, небылицы, песенку, считалку и так далее. Да? Можно просто проговаривать и возвращаться, да, к этим критериям. Либо в разделе, опять же, да, в других разделах мы вновь к этому увидим, что задание, содержится задание на развитие этого, на достижение этого результата. Да? Например, в разделе «Писатели и дети». Какие произведения народного фольклора можно поставить в один ряд со стихами Чуковского? «Радость» и «Небылица». Как называются такие маленькие стихи? То есть уже во второй части, во втором полугодии ученики вновь возвращаются, да, к этим жанрам, но тем более, что это не новое для них, да, еще в первом классе они с ними знакомились. Но вот опять же, в начале изучения этого раздела, да, можно ребятам напомнить, ребята, мы же знаем с вами, что такое загадка, да, и в первом классе мы с вами учились даже сами составлять, да, что тогда нового в этом разделе нам предлагают авторы учебника. И уже просматривая разделы, можно увидеть. Ну, опять же, да, задания в рабочей тетради, которые позволяют в большей степени самостоятельно, да, выполнить, ну, например, вот помним, что один из результатов, да, это осознавать культурную ценность сказок, считалок, небылиц, других малых жанров фольклора для русского народа. То есть такие жанры, которые несут в себе еще и народную мудрость, да, определенные культурные традиции содержат. И поэтому в рабочей тетради вот на этот результат, да, такое задание для обсуждения предлагается: обсудить с другом, чему очень важному учат народные сказки. И дальше, да, составить небольшое сообщение на тему, чему учат сказки. То есть, с одной стороны, это задание, которое помогает овладеть представлением о жанре, о разных жанрах фольклора, но с другой стороны, это задание, которое позволяет учителю диагностировать, насколько ученик конкретно, да, овладел вот этим умением. Да, либо составлять собственные произведения данных жанров, да, тоже в рабочей тетради. Помимо задания на составление, например, сказки, дается еще и рекомендации, да, как составить сказку. Следующий планируемый результат – распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма. Вот опять же, можно вернуться для учителей, которые работают по электронным учебникам, да, можно просто, да, попросить учеников открыть учебник первого класса, найти там материалы о загадке, что мы уже знаем об этом жанре, чем интересно, да, что мы делали, когда ознакомились с этим жанром, и потом обратиться к разделу «Устное народное творчество», к теме загадкам, к этому уроку, да, и посмотреть, а что, чему мы еще можем научиться, да, что мы еще можем узнать, какие задания здесь предлагаются, да. Вот, например, сочинить самому, да, попробовать придумать свои загадки на тему «Четыре время года». И в рабочей тетради предлагают организовать с друзьями конкурс «Кто больше знает загадок». Вот опять, это задание проектное. Это может быть в начале урока, да, когда ученики заранее, допустим, разбиваются на группы, и либо каждый готовит какие-то загадки, да, и выбирается либо знаток загадок, да, кто больше всего загадок загадает, или самую сложную, может быть, да, то есть это можно и вынести во внеурочную уже деятельность, как такое внеклассное мероприятие по литературному чтению провести. Может быть, просто в начале урока, какой-то этап небольшой у вас в начале урока будет. Может быть, с этого начнете, да, так как загадка уже жанр знакомый ребятам. И опять мы видим здесь задание: найди дома или в библиотеке сборник загадок, выпиши несколько понравившихся тебе загадок. То есть ученик уже понимает, для того, чтобы найти загадки, мне нужно обратиться, ну, как минимум, к сборнику загадок, и там я их смогу найти. Следующий планируемый результат, который относится у нас уже к блоку знания расширяющих представления учеников по данной теме, это сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с своими особенностями и индивидуальной задумкой. Вот в учебнике довольно-таки много заданий творческого характера, да, практически к каждому уроку. Вот такие задания вы найдете либо в рабочей тетради, либо в
в учебнике, да, такие задания творческого характера содержатся. Поэтому и вот поэт к этому результату, да, хотя он и относится к блоку, выпускник получит возможность научиться довольно-таки много заданий в учебнике. Допустим, попробуй сочинить колыбельную песенку, попробуй сочинить небылицу, загадку, сказку, собственно, и так далее. Да. Либо вот это задание, посмотрите, как в рабочей тетради развернуто. Придумай сам три потешки про щенка задиристого, спящего, игривого. Воспользуйся словами из рабочей тетради, задание учебника. И в рабочей тетради мы видим, что дается сначала материал, на основе которого ученик действительно сможет создать прибаутку или потешку, как в учебнике это предлагается. И эта потешка будет отвечать жанровым требованиям. Да? То есть найди сначала информацию о потешках и прибаутках в разных источниках. В источниках попробуй воспользоваться интернетом. Прочитай об этих жанрах, да, дальше можно, допустим, представить в классе, либо кто-то из учеников представит, либо по частям, да, задание для группы это может быть, а затем уже, да, придумай сам потешки, проще инкарно. И еще раз, да, обозначаются здесь вот жанровые особенности, вспомни, с какой целью сочиняются потешки. То есть для освоение того или иного результата, да, и учебники, и в рабочей тетради мы видим, материал есть, да, и дается он последовательно. Но вот на этапе, когда познакомились уже с разделом, с разными жанрами, ученикам предлагается с помощью тетради учебных достижений диагностировать, самим проверить, да, умею ли я различать произведения устного народного творчества, оценить. И здесь ученики уже работают не на основе своих предположений, а они попробовали, да, познакомились с разными жанрами, попробовали сочинить разные жанры, и они знают жанровые особенности каждого произведения. Поэтому здесь уже они оценивают, да, научился ли я различать произведения устного народного творчества. Затем предлагается материал, на основе которого, в общем-то, осуществляется проверка. Затем сверяется с ключом и вновь оценивают свою работу. Ну, вот смотрите, здесь предлагаются небылица, колыбельная песня как раз и пословица. То есть вот те жанры, с которыми как раз и знакомились во втором классе. Следующий результат, который, в общем-то, ну, вот вынесен он во второй класс. И в разделе «Устное народное творчество», естественно, больше всего содержится материал для работы с пословицами и поговорками, с развитием представления об этом жанре и о том, что об особенностях этого жанра, да, о том, что пословица всегда содержит в себе какую-то мудрость, оценку, и это тот жанр, который можно использовать в своей речи не только на уроке литературного чтения, да, но и при оценке, допустим, поступка какого-то литературного персонажа и в различных жизненных ситуациях. И поэтому вот, пословицы, поговорки встречаются в учебниках с 1 по 4 класс. И предлагается с ними поработать как бы, да, в разных формах. Ну, вот, например, в разделе «Устное народное творчество» здесь конкретно уже задание на умение понимать содержание пословиц и соотносить их с изучаемым произведением. Например, выбери одну-две пословицы и объясни, как ты понимаешь их смысл, в каких случаях, ситуациях можно их употребить. Ну вот на уроках литературного чтения одна из задач, да, уроков литературного чтения как раз состоит в развитии устной речи, устной грамотной речи. Да? И поэтому очень часто на уроке многие задания, да, выполняются устно. Может быть, да, в первом-втором классе учитель предлагает ученикам вот те критерии, по которым мы будем определять, что действительно дан был полный устный ответ, да, либо необходимо дополнить, да. Если, может быть, во втором классе, да, опять же, по классу смотрите, вы с учениками можете совместно выработать критерии устного ответа. То есть, когда не только учитель получает обратную связь и видит, угу, так, вот этот ученик хорошо высказывает свои мысли, умеет уже сравнивать, находить соответствие, приводить из текста примеры, да, речь грамматически, ну, относительно правильно, да, грамматический строй выдержан, не допускает орфоэпических ошибок. Да, то есть вот какие-то критерии, которыми руководствуется учитель при
при оценивании устного ответа, да, вот эти критерии очень хорошо было бы и необходимо, да, сегодня предъявлять или при подготовке ответа, да, после того, как высказал свое мнение, да, либо выполнил какое-то задание устно, мог оценить, да, и понимать, что он уже умеет, в том числе, да, умеет ли он соотносить, объяснять свое понимание содержания пословицы или поговорки, да, либо есть какие-то еще, да, недочеты, над которыми как раз можно работать. То есть вот одна из устный ответ – это тоже ведь одна из форм диагностики знаний, да, и умений, да, и способов, то есть успешности ученика. Но это должна быть форма диагностики для самих учеников тоже, да. То есть можно постепенно начинать с взаимооценки, да, когда читаем задание, например, да, какая пословица содержится в конце сказки, ко всем ли героям она подходит, обоснуй свой ответ. То есть не прочитать вопрос и сразу же, да, слушать какой-то ответ, сразу же какой-то ученик отвечает, а может быть прочитать вопрос, сделать паузу, да, дать минутку ученикам подумать над этим вопросом, да, чтобы он в голове у каждого прозвучал, мысленно, да, его произнести, обратиться действительно к тексту и подумать, а действительно ли это, найти эту пословицу, да, затем действительно ли эта пословица подходит ко всем, чтобы каждый ученик обратился к тексту мысленно, да, а затем кто-то из учеников дает уже устный ответ, да, а другие обучающиеся класс, да, оценивают по известным критериям. Допустим, да, если тем более вот такое задание дается, обоснуй свой ответ, то есть приведены примеры из текста, да, мнение, ученик доказывает свое мнение, свою точку зрения, да? Речь без ошибок, да, ну и так далее. То есть можно 2-3 критерия, по которым мы определяем полноту ответа. Да? После устного ответа кто-то из учеников можно, да, попросить дополнить, да, обратиться к классу. А если кто-то, кто хотел бы дополнить этот ответ? Либо прочитай рассказы Льва Николаевича Толстого, который он сочинил для своих учеников, крестьянских детей, подумай, в чем смысл каждого рассказа и как он отражен поговорки, да, и перед каждым текстом в рубрике «Проверим себя» дается поговорка. То есть в самой формулировке задания даже, да, есть вот этот глагол «подумай». То есть прежде чем давать сразу же ответ на вопрос, да, хорошо бы давать ученикам возможность подумать, каждому осмыслить, да, над каким-то вопросом поразмышлять, а затем уже совместно обсудить. И вот при устном ответе, да, работает весь класс, то есть кто-то говорит, кто-то слушает этот ответ, может быть, мысленно дополняет, да, потому что именно на уроках литературного чтения не всегда как раз полезно требовать ответа. Да. Иногда ученик впечатленный каким-то произведением, каким-то, может быть, словом, образом, созданным автором, да, лучше осмыслит внутри себя мысленно, да, как-то эмоционально переживет. И видим, что во всем курсе, в разных разделах мы вновь встречаем подобные задания. Да? Вот на этом остановлюсь. Вспомни содержание сказки и докажи, что слова «топор лучше шубы греет» выражают основную мысль сказки. То есть наоборот, уже подобранная пословица. Да? Либо задание творческого характера. Придумай небольшой рассказ, смысл которого можно было бы выразить словами «жадность всякому горю начало». Либо еще одно, да, это уже в разделе «Я и мои друзья» уже под конец изучения курса. Во втором классе подумайте над смыслом пословиц. Составьте беседу на тему «Жизнь дана на добрые дела». То есть у учеников, если учитель отслеживает динамику этого результата, ну, во-первых, материалы учебника позволяют эту динамику отслеживать, да, и при изучении какого-то раздела, поскольку это общеучебный навык, да, не заканчивается освоение какого-то результата, либо освоение каких-то представлений. Поэтому вот в течение года, изучая разные разделы, ученик имеет возможность, если где-то он, да, какой-то
не очень хорошо освоит результат, вот он знает, да, как, что значит составлять план, но пока у него это не получается. Но есть возможность при изучении разных разделов в течение года этот результат освоить и к концу года уже успешно его применять. Тетрадь учебных достижений также это умение вынесено. Я умею формулировать главную мысль произведения в виде пословиц. Да, и опять же предлагается такое задание. Либо в другом разделе. Я умею определять главную мысль произведения и выражать ее пословицей. Да, мы видим уже по-другому немножко задание построено. В первом случае соединить произведение с пословицей, да, вот, по разделу. И в следующем разделе, да, подобное задание, то есть в тетради учебных достижений, с помощью тетради достижений вновь можно обратиться к диагностике этого результата. Следующий планируемый результат – соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком. Почему текст так называется? Да? Вот в разделе «Из детских журналов», опять же, этот результат в большей мере отрабатывается. Да? Здесь мы видим ряд заданий, которые предполагают как раз умение понимать связь, взаимосвязь между содержанием и заголовком произведения. Вот, например, как бы ты назвал это стихотворение, какое название лучше всего подойдет к этому стихотворению, либо соотнеси название и содержание стихотворения, как они согласуются, что вызывает у тебя улыбку, с какой интонацией произнесешь название стихотворения, соответствует ли название стихотворения его содержанию. Соотнести название и содержание стихотворения, что вызывает у тебя улыбку. То есть здесь видим, что название, допустим, может напрямую отображать основную идею либо тему. Да, и ученики в этом разделе знакомятся с разным способом наименования, да, того или иного произведения. Ну, например, в последнем задании заголовок как раз противоположен содержанию. Дальше опять в следующих разделах «Писатели и дети». Ну вот здесь дальше мы видим, что это задание уже усложняется. Да? Объясни название стихотворения. То есть это задание уже предполагается с расчетом на то, что ученик понимает, что в заголовке, в названии отображается содержание. Да? И стихотворение названо так, как в нем о том-то и том-то, о том-то говорится, да? Описывается то или иное. Либо, да, вот подобное тоже в этом же разделе. Почему огни Барто озаглавило стихотворение «Веревочка», а не «Весна», «Весенние деньки» или «Девочки», да? Потому что главное, да, о чем здесь говорится, вот оно это отображается в стихотворении. Хотя можно несколько тем назвать. В разделе «Я и мои друзья». Как ты думаешь, почему автор назвал свой рассказ «Аня, не грусти» и дальше, да? Соотнеси название рассказа с пословицами. То есть, умение не только объяснять, да, ну вот здесь два результата мы видим, не только объяснять смысл заглавия того или иного произведения, но и выражать другими словами, да, ну, пока с помощью образца соотносить с пословицами. А если мы дальше проследим вот это умение, да, и в третьем-четвертом классе, и в средней старшей школе, то основа чего оно является, да, через заголовок, да, это один из способов выражения авторской позиции, да, позиции автора по отношению к героям, к событиям, в целом к тому миру, который с помощью слова он создает. Да. Поэтому вот это необходимые знания, да, которые нужно освоить, это знания, относящиеся к блоку опорных, да, базовых знаний. То есть понимать позицию автора, понимать, что хотел автор сказать, смеется ли он над своими героями, над этой ситуацией, сочувствует, да, фантазирует ли, мечтает, да, что-то подобное создать. В том числе ученики, школьники учатся через умение, да, через понимание заголовка и понимание того, как этот заголовок соотносится с содержанием текста. Да. То есть это навык необходимый, но если мы вот так же каждый результат проследим, дальше, да, как он влияет на формирование грамотного читателя, заинтересованного читателя, да, то мы увидим, что это результаты действительно необходимы, и овладеть им обязательно должны все обучающиеся. Следующий результат – определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. Да. Ну вот здесь, опять же,
практически в каждом разделе мы увидим подобные задания. То есть, когда ученики, обучающиеся, учатся не просто высказывать свое мнение, а вот в этом возрасте, да, воспринимают еще эмоционально, и поэтому очень скоры, да, быстры на вынесение суждений каких-то, да, и поэтому вот здесь важно научить не просто высказывать нравственную какую-то оценку своего мнения, а в первую очередь еще и опираться на текст, да, и объяснять поступки, исходя из текста. Вот, например, да, и опять же обращаю внимание даже на формулировку. Каким в сказке показан старик, а какой старуха? Опиши их, найди строки, которые подтверждают твой ответ. Ну, это и обращение, да, к тексту вновь, и перечитывание, и внимание к слову, то есть с помощью каких слов, да, показан характер старика, с помощью каких слов описывается старуха, да, а какие это слова, может быть, в самих словах уже содержится оценка, да, то есть можно через слово идти. Либо следующее задание в этом же разделе. Обсудите с другом, о чем предупреждает Крылов людей, которые взялись за общее дело. В чем причина неудачи лебедя, рака и щуки? Вот для того, чтобы ответить на эти вопросы, опять же, нужно обратиться к поведению, да, как себя вел лебедь, а как рак, а как щука себя вела, да, почему это привело к неудаче. И дальше уже выход на жизненную ситуацию, да, обращение к опыту эмоциональному, да, школьников. Продумайте условия совместной работы, сравните их с теми, что даны, ну, и дальше уже задание более подробное в рабочей тетради. И планируемый результат из блока ученик получит возможность научиться это понимать, какую позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательство в тексте. Опять же, в учебнике вы найдете задание, да, включаются задания и в разделе «Русские писатели», и в разделе «Шутку всерьез», которые позволяют, да, ученикам, вот, которые готовы, которые могут на этот вопрос ответить, подумать. Да? И опять же, обратите внимание на формулировку, да, не сделай обязательно, не найди что-то, да, не ответь на вопрос, а подумай, да, потому что искусство слова, да, оно в первую очередь направлено на развитие самостоятельности мышления, да, на самостоятельности оценки, да, и поэтому над каждым произведением мы в первую очередь задумываемся, да, затем обращаемся снова к тексту, перечитываем какие-то фрагменты, находим слова, да, подтверждающие наше мнение. Вот поэтому подумай, на чьей стороне симпатии автора, как мы можем это понять, обсуди с другом. Подумай, как автор относится к герою стихотворения, опять же, да, найди это в тексте, из каких слов ты понял, да, или из каких, может быть, эпизодов, если это повествовательный текст. И опять же, да, мы даем ученикам представление о том, что литературный текст – это еще и тоже, да, взгляд автора, это определенная позиция, это определенное мнение. Мы можем с ним соглашаться, можем не соглашаться, но в любом случае нам нужно постараться увидеть эту позицию, постараться ее понять, да, и поэтому вот подобные вопросы, да, которые касаются оценки поведения героев, да, собственных выводов по содержанию прочитанных произведений, вот часто эти задания даются в паре, да, чтобы, да, показать ученикам, что на одну и ту же тему, да, на одну и ту же ситуацию могут быть разные точки зрения, да. И тут важно уметь слушать другое мнение, да, уметь свое мнение тоже доказывать, да, отстоять, но при этом обращаться к художественному произведению, может быть, к позиции автора. И в тетради учебных достижений мы находим задание «Я умею выбирать слова для описания героя», да, и вот, к разделу «Устное народное творчество». Так, ну, извините за небольшую заминку техническую, прервалась связь, так давайте тогда продолжим.
Попробуем, по крайней мере, сейчас. Так, презентация. Да, презентацию пролистывайте. Следующее, да, задание. Я умею выбирать слова для характеристики героя произведения. Но вот с одной стороны, опять же, да, с этой тетрадью можно работать в течение года. Каждый ученик у вас работает с тетрадью самостоятельно. Но с другой стороны, да, вот это определенная форма еще предлагается, да, то есть когда ученик, прежде чем выполнять какую-то диагностическую работу, тем более по литературному чтению, сначала оценивает, сам понимает, да, умею ли я это делать, затем пробую выполнять, да, и, как видите, здесь умения, опять же, выносятся, связанные с читательской компетентностью, да, то есть умение с общим учебным навыком. Ну, дальше, следующий планируемый результат – пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя. Вот опять, это результат на второй год обучения, к концу второго года обучения, да, естественно, что третий, четвертый, да, это уже более самостоятельно, в более самостоятельной форме ученики это выполняют. И посмотрим внимательно на шмуц-титул каждого раздела, увидим, что в разделе «О братьях наших меньших» авторы выносят это умение на результат изучения раздела. Определять последовательность событий, составлять план и подробно пересказывать по этому плану произведения. Да? Ну, соответственно, внутри раздела мы находим задание «Перескажи рассказ с помощью плана» и предлагается план. Да? Дальше «Составь свой план рассказа, запиши его в рабочую тетрадь». Предлагаются разные формы, да, работы. С помощью подчеркнутых слов «Составь план рассказа, запиши его в рабочую тетрадь». Либо «Перескажи текст, используя уже вопросный план». Да? Либо еще мы найдем такие задания. «Задай вопросы к тексту, да, раздели текст на части». Хорошо, я еще раз покажу. Так.
Надо что там? Нет, нет, сейчас я не скажу. Уважаемые коллеги, слушатели, извините, пожалуйста, за задержку. Скорее всего, техника нам сегодня уже не даст полноценно по презентации дальше закончить, поэтому презентацию вы скачали, посмотрите, пожалуйста, дальше. Я вынесла планируемые результаты предметные, и вот каким образом материалы учебника позволяют поэтапно это умение формировать, расширять представление о понятиях. И микрофон здесь есть? И каким образом отследить динамику в освоении обучающимся тех или иных результатов. И вот возможно, ну и когда это моя версия, возможно, да, у вас получится в итоге вот такая таблица, да, может быть, немножко по-другому. Но, по крайней мере, вот для меня, да, при работе с классом в школе, такая таблица всегда была удобна. Когда я вносила определенный результат, либо определяла, да, пусть не каждый результат, но вот какие-то ключевые, основные, которые необходимы, вот сверху эти результаты. А дальше по учебнику можно проследить, в каком разделе, либо, может быть, тему вы здесь обозначите, да? И дальше, в какой форме вы будете диагностировать, и у ученика будет возможность самому диагностировать вот, уровень достижения тех или иных знаний. То есть, вот, например, возьмем результат «Осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемым произведением». И мы с вами посмотрели, что этот результат формируется на протяжении всего курса, да, и в учебнике есть, содержатся задания, которые вновь и вновь возвращают к пословицам, да, и все больше раскрывают предназначение этого жанра фольклорного. И поэтому вот здесь еще можно предложить разные задания, да, ну, вот, например, при знакомстве с разделом «Устное народное творчество», когда вот конкретный ученик отвечал устно, да, и здесь можно использовать отметку, можно использовать балл, это как вам удобно, да. Но здесь я опираюсь на разработку учителя, на сайте у нас точно так же размещены, здесь используется цвет. Посмотрите, ученик обозначает каким-то цветом свою работу, и учитель. И значение есть для ученика, значение и для учителя. Ну, вот, например, при устном ответе, да, ученик допускает какие-то незначительные ошибки, да, то есть, может быть, какое-то значение пословицы не увидел, да, учитель отмечает зеленым цветом, да. Дальше, при изучении раздела «Русские писатели» этот же ученик выполнял, допустим, задание 10 рубрики «Проверим себя, оценим свои достижения». И там тоже нужно было соотнести произведение Льва Николаевича Толстого с пословицей, да, объяснить, как пословица отражает содержание и смысл этих рассказов, да, выполняет задание, опять же, да, ну, какие-то незначительные ошибки были допущены. А вот в разделе «Я и мои друзья» было задание проектного характера составить беседу, да, на основе пословицы. И вот с этим заданием ученик великолепно справился, прекрасно, да. Поэтому вот в такой форме, да, ну, возможно, кому-то она будет удобна. Конечно, вначале требуются определенные затраты времени, да, усилия, чтобы ее составить. Но с помощью вот каких-то таких способов отображения самому учителю, да, можно отслеживать динамику, да, можно это вести, допустим, по ученику конкретному, либо просто по классу. Это просто та форма, которую я предлагаю, которая вполне может быть. Да. Но для этого, естественно, вначале просматриваем действительно и обозначаем систему контроля, систему оценки и простраиваем задания для самооценки учениками. Да? И, возможно, здесь у вас еще одна будет графа оценка или отметка ученика. Да? Вот ученик так оценивает свои результаты. И рядом моя, да, отметка учителя. Вынесен бывает обычно это результат на конец обучения в четвертом классе. И вынесен он самым первым. Вот подобный результат, да, он отображает не столько умения, да, а в целом ведущие целевые установки и ожидаемые результаты
изучением данного курса, ну, в данном случае литературного чтения. И включение таких результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, о его вкладе в развитие личности. И вот эти результаты, представленные ну, вот отдельным луком, не выделяются, но вначале мы увидим подобные результаты, которые больше как раз описывают сферу личностную, мотивационную сферу, да, эмоциональную сферу. И если мы обратимся с вами к примерно образовательной программе, то увидим, что вот подобные результаты, опять же, не подвергаются персонифицированной оценке. И поэтому проследить да, вот результат, осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития, воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта. Ну, дальше видим, да, прочитайте результат. То есть отслеживать вот подобный результат можно только наблюдая, да, над тематикой, может быть, которую выбирает обучающийся, над поведением, поведением в разной ситуации, над нравственными выборами, которые ученики делают. Да? И вот этот результат характеризует не только достижения обучающихся, да, их результат, но и в целом характеризует курс, в данном случае литературного чтения. И дальше еще кратко, вот на достижение подобных результатов, все-таки какие можно использовать приемы, инструменты, да, вот в качестве примера приведу инструменты, которые описаны в портфолио ученика, в портфолио читателя. Это пособие, с которым вы также на нашем сайте можете познакомиться. Ну вот, например, такой прием температура чтения, да, когда предлагается, опять же, это прием не персонифицированный, когда предлагается оценить свое отношение к чтению, да, либо крестики-нолики, да, опять же, обозначить. Здесь даются позитивные установки читательской деятельности, да, обозначаем либо плюсиками, либо минусиками. Да. Это не дает картину какому-то конкретному ученике, да, но дает в целом картину о классе. Да, ну вот и подобные приемы, да, которые направлены на, в целом на диагностику отношения к чтению, да, на диагностику читательской культуры в большей мере. Для организации негласного чтения, да, в том числе вот, издается серия пособий. Для первого класса вышло такое пособие с таким названием «Читаем летом». Однако обращаться к нему можно не только в период летних каникул, но и осенних, зимних, весенних. Да, то есть это книги. Здесь содержится произведение детских писателей, русских, зарубежных писателей, поэтов. И будет интересно ученикам в процессе самостоятельного чтения. Кроме того, здесь содержатся вопросы на осмысление прочитанного, ну, и часть этих вопросов можно выполнить в читательском дневнике, который в конце расположен. И вот ну, дальше такая уже справочная информация. Еще раз обращаю ваше внимание, что вы можете заходить на наш сайт 14prosop.ru и здесь находить необходимую методическую поддержку. Да, что мы здесь есть? И отдельно «Школа России», «Перспектива» здесь же, и архив вебинаров, уже прошедших, анонс будущих. Вопрос-ответ – это вкладка для тех, у кого возник вопрос по конкретному, может быть, учебнику, конкретному ОМК, методический вопрос, какие-то рекомендации. То есть вот здесь можете смело отправлять вопросы. Подборка вебинаров также, актуальные вопросы, анонс, новости и вебинары и события, которые будут в ближайшее время проходить. И вот отвечая на вопрос, вижу, где можно приобрести электронное приложение к учебнику, оно размещено, электронное приложение к учебнику и литературного чтения, и других предметов. И «Школа России. Перспектива» находится в открытом доступе на нашем сайте. Заходите во вкладку «Школа России». Вот видите, зеленый выделен на сайте 14prosop.ru. Выбираете год обучения, да, выбираете курс определенный. Заходите и рядом с учебником увидите значок «prosop.ru». И можете электронное приложение, в том числе и по литературному чтению, скачать бесплатно. Также на странице ОМК вы увидите методику, конкретные методические рекомендации, в том числе и по составлению образовательной программы и проектированию системы контрольно-оценочной деятельности. И отдельно во вкладке «Практика» наработки, находки учителей, работающие по ОМК издательству. На главном сайте во вкладке «Каталог»
вы можете посмотреть, где в вашем регионе, ну вот здесь выбрала Москва, расположены, какие интернет, какие розничные магазины расположены, какой адрес, как с ними связаться, контактные данные. И также посмотреть список интернет-магазинов, где вы можете приобрести ту или иную книгу, то или иное пособие. И также заходите на наш сайт в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, на Ютубе, просматривайте новости, актуальные, связанные и с деятельностью издательства, с разнообразными событиями, в которых принимают участие издательства, а также с образованием, да, с актуальными темами сегодня. Здесь же расположены видеоролики о наших пособиях, о деятельности. Всегда есть интересная информация, возможность поучаствовать в конкурсах, прокомментировать какую-то информацию. И ну, вновь напоминаю, что одно из направлений деятельности методической поддержки учителей, работающих по ОМК «Школа России. Перспектива», является курс повышения квалификации. На сегодняшний день это курсы, которые ведут авторы, специалисты в определенной области, подключаются методисты. Основаны они на результатах мониторинга запросов всех регионов Российской Федерации и разрабатываются программы на основе модульного построения, то есть вот включение тех или иных тем, вопрос о включении тех или иных тем решается уже конкретным коллективом, кто хотел бы послушать. По окончании курсов вы получаете удостоверение о повышении квалификации с указанием количества часов. И темы, видите, слева уже подготовлены, те темы, по которым можете пройти курсы повышения квалификации. Опять же, информация об актуальных курсах, которые будут в ближайшее время проводиться, вы можете найти и на нашем сайте, и на страницах в социальных сетях. И оставляю контакты. Есть вопросы? Так, ну вот на один уже ответила. Следующий. Можно ли купить только поурочное планирование на весь период обучения в начальной школе? Вот большая просьба все-таки более конкретно формулировать вопрос. Здесь идет речь о всех предметах начальной школы. Идет речь о литературном чтении, конкретному учебнику. Я могу сказать по поводу литературного чтения ОМК «Школы России». Вот в формате поурочного планирования на сегодняшний день представлены к литературному чтению технологические карты урока. О том, как их приобрести, опять же, информация содержится на сайте prosov.ru, каталог, дальше набираете технологические карты урока, выбираете класс, да, они разработаны с 1 по 4 класс, и дальше выходит уже информация, где можно приобрести, в интернет-магазине, либо в вашем регионе, в каком книжном магазине. Следующее. Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно ли вместо тетради Марины Викторовны Бойкиной использовать тетрадь по литературному чтению автора Кутявина? Ну вот, есть линейка разработанных пособий, есть учебно-методический комплекс, который включает в себя определенные элементы. И авторский коллектив, то есть специалисты, да, понимающие методику, определенную заложенную в курсе концепцию, да. Вот опять же, такие вот вещи, связанные с распределением предметных планируемых результатов по годам обучения, да. Вот это все удерживается в составе одного ОМК. В том случае, если вы используете пособие, не входящее в ОМК «Школа России», то гарантировать достижение этих результатов, к сожалению, авторы пособий издательства уже не может. То есть здесь ответственность самого учителя, да, насколько соотносятся задачи пособия, да, с вашими задачами преподавания конкретного курса. И что означает цвет номера заданий? Я так понимаю, вот к тем страницам, пример которых я приводила, если это текущие задания по разделу, синий цвет мы видим, и красным цветом обозначены были задания из рубрики «Проверим себя и оценим свои достижения». И следующий вопрос к уровню задания, да, базового уровня или повышенного, то задание повышенного уровня обозначено восклицательным знаком. То есть у учеников также есть возможность выбрать задание сложнее,
проще, да, то есть перед выполнением еще оценить свои возможности. Так, ну, вопросы вижу всем. Огромное спасибо за внимание. Видела вот активную переписку в чате, позже уже прочитаю. И еще расскажу, что это был первый вебинар по данной теме, и дальше планируется серия вебинаров по достижению образовательных результатов средствами курса «Литературное чтение» и конкретно уже